Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Devil May Cry 3. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру. Ну что, мы раздобыли новое оружие. Я его прокачал, разумеется. Называется гитара Неван или Неван. Ну, в общем, как-то так. И более-менее освоился в использовании данного оружия. Ну что, давайте продолжим. Вскоре мы дойдем до логова осуждения. Теменегру наконец полностью выполнит свое предназначение и приведет нас в мир демонов. В мир, где была заперта власть Спарды. И заклятие снимешь ты, его собственный сын. Должно быть, это судьба. Та женщина так сильно тебя беспокоит? О чем это ты? Почему ты не убил ее? Возможно, потому что она твоя дочь. Занудливая отцовская любовь помешала тебе? Это не твоего ума. Для дальнейшего изучения черного искусства ты принес в жертву любящую жену, чтобы стать дьяволом. Учитывая это, я полагал, ты принесешь мне больше пользы. Но я ошибался. Неудивительно, что ты получил не всю силу. А как насчет тебя? Ты тоже неполноценное существо. В твоих венах смешана кровь человека и демона. Заткнись. Теперь, когда открыта последняя дверь, ты мне больше не нужен. Вот дела. Ну ладно. Так. Касательно того, что мы возьмем с собой на задание. Так, я решил выбрать дробовик. Все-таки вторым оружием дальнего боя. А ближний бой у нас вторым будет, разумеется, гитара. Которую я прокачал. Так, да. Да, на максимум она прокачана. Просто замечательно. Ну что, погнали. Угу. Каменная маска. Маска из волшебного камня, сотворенная древним священником. Говорят, что надевший ее может ходить по воде. Нормально так. Ну ладно. Там у нас, помнится, была комната... где это? Комбинацию набить. Ой, не комната, рядом с водопадом место. О-о-о. Отлично. Понеслась. Во! Отжигаем по полной. Так. Отлично. Вот это я понимаю. Вещь убойная. Наносить массовый урон по нескольким врагам, это что-то с чем-то. Плюс еще она дает возможность летать. Это гитара. Что просто обалдеть, как здорово. Так. Ох ты. Давай-ка, играй на гитаре. Есть. Играй. Вот это я понимаю. Вот и все. Теперь мы сражаемся музыкой буквально. Она не только играет на заднем плане, но еще нехилые треки.
убойный выдает. Убойный, причем буквально. Куда ж ты стреляешь? Все. Ну, меч, конечно, все равно будет всегда был и есть, будет лучшим оружием Данте. Но зачем отказываться от всего остального? Здесь у нас больше ничего нету, поэтому возвращаемся. Кстати, при помощи гитары можно же выполнить дополнительное задание, связанное с тем, что задержаться в воздухе там на столько-то секунд. Теперь-то с этими способностями это не составит никакого труда. И давайте-ка мы набьем комбо. Так. Есть. Все. Часть синего шара. Здорово. Просто замечательно. Так, маска есть, это хорошо. А куда ее только вот применить? Должен же я как-то здесь пройти. Нет, увы и ах, я никак здесь не могу пройти. Стоять. Вот, восстановил священную реликвию. Замечательно. О, и черепок там. Так. Как же... А как активировать-то? Блин, а как активировать-то? Постойте, этот... полет. Чё-то я не догоню. Вихрь, удар молнии, атака с воздуха. Нажмите... Так. Став демоном... Да что ж ты делаешь? Вот! Вот тема-то классная, а! Блин, обалдеть. Так, вот этот черепок надо забрать. А, это задание. Соберите все красные шары за ограниченное время. И тут гитару надо, да, использовать? Так... Ну ладно. Да будет так, как говорится. Такс. Собрали. Есть! Выполнили! Ё-моё, вот уж не думал, что это удастся. Так, где? Вот. Отлично. Однакось, было довольно легко. Неогенератор – волшебное творение, способное обеспечить силу вечности. Используется для обеспечения энергии главного моста. А это у нас в самом начале, там, где дверца была. Нам надо идти туда. Вроде как. Да. А тут у нас не восстановились ли нычки, которые... О, восстановились. Более чем. Найти бы белые сферы. Ну ты чё, давай, запрыгивай. Так, ух ты, вот зараза, а. Ну ладно. Да хорош перепрыгивать, Данте. Да что ж ему так и не терпится перепрыгнуть-то. Опа-на. Все, собираем все это дело. Я как-нибудь вернусь к тому месту, где вот там вот было задание, связанное с тем, что продержаться надо. Обязательно выполню. Лишний осколочек не помешает. Определенно. Опа-на! Что такое?
Кристальные рыцари. Так. Так, блин! Да чё я бьюсь-то? Давай! Да, да, однакось. Так. И. Чё, нет? Угу. Один готов. Так, и второй готов. Тихо, тихо. Так. А мыши бесполезны, типа, да? И патроны бесполезны. Может быть, дробовик хотя бы? Вообще бесполезняк. Огнестрел вообще бесполезен, так же, как и гитара. Ну да, летучими мышами на грубый металл это как-то... Не есть хорошо. Так. Ну, давай. Так. Давай, посмотрим, у кого музыка серьезнее. Так. Опа! О, еще один. Да, мой рок тяжелее. О, ребята. Я могу вас отсюда достать? Ах ты, зараза. Ага. Вроде как могу. И в то же время не могу. Ну-ка, давай-ка, 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 заряжай. Да, гитара хороша, но против одиночных что-то так себе. Я думал, посерьезнее будет. Ладно, весь ее истинный потенциал раскрывается в окружении множества врагов. Что есть, то есть. Зашибись, камера поворачивает, я... Так... О, сразу видно, в кого-то попал. Куда меч-то улетел? Хм. Вот был бы номер бы, если бы я без меча остался. Была бы досадная потеря. Так, здесь у нас все ровно. О, сейчас чувствую, мне не дадут здесь пройти, не дадут. Да. Вот зараза. Так. Давай! Ух ты! Да ты чё? Так тебе. Давай играй адскую музыку! Нет, тут, я думаю, нужно самое что ни на есть использовать меч. Так. И не подбросить ведь, а? А, нет, можно. Можно, можно. Ух, их двое тут теперь. Я балдею. Меня запаутинили. Так. Нет, не тот. Во. Так тебе. Эх. Музыка. Так тебе. Угу.
Меня так убьют сейчас здесь. Эти пауки какие-то прямо... Бедствие просто. На тебе по жопе. Нифига себе, от пинка пополам развалиться. Это что-то с чем-то. Отпусти ты меня, отпусти! Нет? Ох! Все? Где мелкие эти? Мелкие, конечно, это вообще прямо... да, серьезные ребята. Надо быть с ними поаккуратнее. Поворотный мост. Во, сейчас повернем. Так. Такс. Данте во всем хорош. Чё ему не дай в руки? Оружие, мячики там. Бильярд, все прочее. С идеальной точностью и безупречностью, и самое главное, стильностью исполняет. Так, я могу сюда попасть? О, могу! Запретная земля. Ух ты, как интересно. Так. Забавно. То есть... ну да, леди-то прошла у нас дальше. Давай. Ну. Всё, ничего себе. Так, что у нас там? Welcome. А тут покоится хренов Левиафан, да? О как. Забавно. Ну ладно, больше здесь делать нечего. Ничего мы тут дельного не найдем, поэтому давайте двигаться дальше. Да. Мраморный коридор. Ух, это было быстро. Этот человек... Ты его убил? Что если да? О, люблю быстрых женщин. Закрой рот! Он жаждал стать дьяволом. Так сильно, что убил собственную жену. С этой же целью он истреблял невинных людей. Он принадлежит к ужасному типу людей. И этот грязный подонок — мой отец. О, между нами есть кое-что вообще. Я тоже из нестандартной семьи. И что ты знаешь о семье? Ты демон. Это мой отец. Моя семья. Я должна была положить этому конец. Разве ты не будешь стрелять? Как неожиданно. Уходи. Мне уже все равно. Семья, да? Однако, если быстро мы прошли эту миссию. Больно короткая оказалась.
Звание охотник на демонов. Замечательно. Ну что, в принципе, можно и далее, почему бы и нет, попробовать. Где я? Здесь темно, я ничего не вижу. Я смотрю, ты еще жив. Мэри? Это ты? Что происходит? Где же твоя мать? Моя мать? Ты убил ее, помнишь? Да. Верно. Я убил ее собственными руками. Что же я наделал? Я был слишком слаб. Я поддался его влиянию. То есть, ты стал одержимым? Отец? Да, мной манипулировали. Дьявол по имени Вирджил. Вирджил? Он хочет возвратить мир демонов в настоящее время. Мир, когда-то запертый Спардой. Спардой? Я думала, это легенда. Если вернутся демоны, этот мир будет повергнут в хаос. Останови его. Останови Вирджила. Я? Ты такое милое дитя. Совсем как твоя мать. Папа? Вирджил. Так, организуйте гостю из прошлого достойную встречу. Миссия 11, месть. Механизм безумия. Так. Ну. Ага, сюда, вот. Мелкие. Главное не давать им выстрелить. Так тебе. Засранец. Да сколько ж тебя бить-то можно, а? Морда каменная. Так. Тут сейчас вот эти вот головоломки начнутся. Блин, я как вспомню их, это... не к добру. О, звезда дьявола. Спасибо. На кой она мне? Алтарь темного пути. Такс. О как. Травануть решили. Боссы не... враги невидимки. Так тебе. Надо бить их, когда они... Во. Готов вас лупить. Ладно. Дохнут с одного удара, но когда на них смотришь, они бесплотны. Алтарь зла. Черт бы тебя побрал. Во местечко-то.
Так, и чё? Обалденные локации. Ничего не скажешь. О, тут, наверное, доп-миссия, да? Или нет? Нет. Не доп-миссия. Зато вот эту вот штуку, по-моему, двигать надо, да? Вроде как. Давай, задвигай. На статую выгравированы три странноватых лица. Два лица плачут кровавыми слезами. Так, надо, короче, все задвинуть, и тогда что-то, видимо, случится. Как я понял. О! Так. Давай! Ага. Ох ты, ё-моё, он там на куски не разлетится, это. Такс. На статуе три, все три залиты кровавыми слезами. И проход открылся замечательно. Просто обалдеть. Угу. Ох, как я ненавижу эту тварь, а! Так. Да на тебе! Так тебе, подлюка! Ага. Ах ты, зараза! Давай, забивай ее. Во. Отлично. Все. Да, раньше это было проблемой, но не теперь. Теперь мне этот... Не ровня. Демон, смерть с косой. Так, ладно. Больше тут ничего нет. Тележка воздержания. Ничего себе. Названец-то. Так, тут у нас... Ёб твою медь, тут нужна огнерудра. Чтоб все удалось. Как я могу попасть вниз? Блин, как мне вниз-то попасть? А, вот. Все гораздо проще. Святая вода. Очень кстати. И никак не это ведь, а? Блин, огнеирудра, огнеирудра. Где же мне раздобыть огнеирудра? Ладно. Видимо, нигде. Ну, поехали. Давай! Так тебе! Ах ты, зараза. Во! Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это я понимаю. С музыкой едем, да? Зараза. Смотри, совсем в конец обнаглел. Ну ладно. Давай, забивай! Блин, как назло подловил меня, когда я выходил из комбо. На тебе, тварь! О, мелочь ты попёрла, а? Попёрла мелочь.
На, сдохни ты, а! Хренов ублюдок. Ты смотри, тебя блочит еще. Еще на что-то рассчитывает. О, о, нормально. Только все равно что-то не помогло. Фу. Слава богу, принесло. Замечательная возможность. Так, я беру Агни и Рудра. За место Нилан. Они нам пригодятся. Палата пыток. Такс. Спарда! Спарда! Ой, какой невежливый. Разве тебя мама не научила, как пользоваться дверьми? Этот запах, я знаю его. Ой, да ладно тебе. В следующий раз побрызгаюсь одеколоном, хорошо? Этот смрад предательства, этот запах проклятия Спарды. Я уничтожу всех, кто крови связан с Спардой. Сынок убирает за своим папочкой, да? Знакомая история. Так. Ух ты! Так, в глаз попасть надо. Блин, он вслепую машет, ё-моё. Ух ты, лохматый. Отвали от меня. Блин, ну вот когда вот камера меняется, и уворачиваться становится крайне хреново. Это просто охренеть, как хреново уворачиваться, когда камера меняется. Так. Есть. Ух ты, блин, а. Да иди ты в задницу. Давай, 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 забивай его. Забивай. Ух ты, блин, а. Оперился, а. Бегает тут, ходит. Гребень свой потерял, хотя нет, гребень есть. Так. Давай еще ящик. Молодец. Еще ящик. Еще будет? Так, спасибо за здоровье. Ух ты какой, а. Экс. Ага. О-о-о. Вау! Блин! Чёрт, а. Его прием оказался сильнее моего. Во! Назад! Он оперился. Так. А-а-а-а! Нормально. Еще давай. Будет еще что-нибудь? Вот зараза. Так. Блин! Вот это я под удар попал. Давай, 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 забивай его. Черт, уже на меня.
блин, я думал, хотя бы за этим спрячусь. Черт. Задолбал ты, а? Угу, лопух. Ненавистен тот, в жилах которого течет кровь Спарды. Хоть мои глаза не видят, я не забуду твой запах. Если придется, я буду преследовать тебя вечность, пока не избавлю эту землю от твоего смрада. Почему я постоянно расхлебываю кашу, заваренную моим отцом? Ладно, старина, держи себя в руках. Палата пыток. Ой, страшно смотреть. Во все эти стили. Так, ну шары С. Очки стиля Б. Урон, конечно, вообще. Г. Говорящая, так сказать, статистика. Да. Зато 6000 за босса. Ну ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.